Здравствуйте. Купил бензопилу Carver. Небольшой видеообзор хочу сделать. Вот. Как раз по акции. Цена вопроса 4000 рублей. Китайская. Самая как бы недорогая. Сейчас открою. В упаковке так все это красиво собрали, потом дальше сейчас посмотрим. Вот, в упаковке вот, чек у меня тут идет, емкость для масла, чтобы разбавлять с бензином. Так, непосредственно сама пила. Вот. Значит, тут горловина для заливки топлива. Горловина для заливки масла в редуктор. Для смазки цепи. Как обычно, вроде ничего не болтается, вроде нормально все. Так, еще что, паспорт, ключи, ключ, цепь, ну цепь. Зубья это редкие. Зубья редкие. Надо. В отзывах люди пишут, что надо менять ее на штилевскую. Не знаю, посмотрим пока. До первой заточки, потом, может, поменяю на штилевскую. Это что у нас тут? Этот для шины. И непосредственно. Сама шина. 45 сантиметров шина. Не знаю, может тоже потом поменять на штилевскую. Длинноватая. Но мощность производитель заявляет, что 52 куба, сантиметр кубических, объем цилиндра. Сейчас постараюсь получше. Вот технические характеристики. В общем, посмотрим сейчас на практике. В саду попробую завести, распилить что-нибудь. Смотрим. Вот, тестирую китайскую бензопилу. Завелась сразу. Это очень хорошо. Сразу завелась. Неудобно вот эти болтики. Неудобно туда не подлезешь, каждый раз лишний раз не подлезешь, подкрутить, открутить. Так, хорошо. Сучок сразу же отпилил. Нормально. В общем, пока нравится. Потом уже это как себя покажет. Нормально, посмотрим. Ладно, нормально.